Эй, ребята, всем привет, добро пожаловать на канал GeoWare. С вами снова Джо, добро пожаловать в наше приключение в мире RimWorld. Я бы хотел, чтобы ты разобрала эту херь и поторговала. Это была бы хорошая идея. Это была бы хорошая идея. Только почему-то ты туда не идешь. Делится переживаниями с Торсо. Обожаю. Обожаю. Можешь ты разобрать... Кто-нибудь? Ритуал связывания. Сделаем. Супер. Только сперва, пожалуй, притащим компоненты отсюда. Нам они нужны. Не то чтобы нужны, но они... В общем, у нас будет немного больше свободного времени. Это 5... Минус 5 крафтов. Слушай, нам... Я предполагаю, что нам нужен еще один столик. Нам нужен еще один столик. Я даже не знаю, куда его вместить, потому что эта хрень занимает очень-очень много места. Ну, в принципе, здесь пешки, наверное, могут как-то здесь разойтись. Либо мы можем чуть-чуть здесь комнату переделать и разместить как-нибудь вот так. Да, я думаю, что вполне себе можем. Например, вот в такой вариант превратить. И здесь дверь переставить сюда. Торсо, сделай. Окей. Уверенность 0.05. Это очень близко. Это практически присоединение. Леди Кенни, правый глаз нужен. Чат. Левый глаз, левая почка. Тебе кто-нибудь накрафтил? Я не вижу накрафченные, так что, видимо, никто не сделал еще. Копировать. Аниманага здесь есть. Я думаю, что мы можем глаза делать, пока одной штуки не будет. Я думаю, что мы действительно можем. У нас здесь есть наконец-то энергия. Просто 2 часа утра. Конечно, света нет. Не вопрос. Это выстроено. Это будет... У нас есть мрамор еще. Вот в чем вопрос. Гранит вижу. 182 блока мрамора. У нас здесь куча блоков, так что нормально. С мрамором разберемся. 3-1. Мы можем эту комнату в итоге объединить и суперкрафтовые сделать. Но в целом в перспективе это, наверное, все-таки комната для корабля будет. Отлично. Это разобрать. Ставить. Не-не-не, работать. Это абсолютно бессмысленная переставка двери была, я сейчас только заметил. Окей. Так, лучше. Так. Прилично. Я могу выделить? Зона посадки просто взяла и удалилась. Римку обожаю порой. Сил нет. Продвинутые компоненты, Да-да-да, окей. Еще один столик для крафта, это будет просто замечательно. Обращение произошло. Теперь осталось тебя только вербовать. У тебя 5.0, так что ты очень даже быстренько к нам присоединишься. Древесина есть. А у нас нет лекарственных трав, поэтому они не крафтят органы. Факт. Сколько у нас дьяволонитников за все это время? Не особо много. Нам нужен лечебный корень. Дело к весне. Я думаю, что мы можем засадить здесь лечебный корень. Лернави.
Я даже думаю, что мы можем больше засадить. У нас здесь есть где-нибудь плодородная почва рядышком? Нет, слишком. Ну, в принципе, вот этот кусок можно. Пусть будет больше. Лечебный корень. Убрать крыши. Вот так. Окей, окей. Так, нам нужно повязать дерево. 2.1. Сельди мы практически рекрутнули. Валера. Мы можем кого-то из них оперативно рекрутнуть. О, это новые заключенные. Точно, точно. Че у тебя там? Трансгуманист, каннибализм, аскетизм, ближний бой, строительство, животноводство. 28 лет. Военный кадет. Не, нет, наверное, нет. Наверное, нет. Боевая единица хорошая, но помимо этого нам нужно еще и какую-то пользу получать. Наверное, нет. У кого совсем плохое настроение? А, я не знаю, лет. Не успел. Кто успел, тот казнил. Так. Мы тебя уже рекрутим. Ну, 5, 2 и 1. А, тебя надо только лишь переделать в нашу идеологию. И Риша я в первую очередь дерну. Он хоть и не похож на крутую пешку, но быстро обучаемый, железные нервы и трудолюбие — это очень-очень приятная комбуха. Охрана для аристократа. Сыворотка исцеления. Разведброня. Ми. Враги каким-то образом натравили на нее механоидов. Неподалеку десантируется кластер размера X2. Нет. Спектакль с насекомыми. 91 улей тоже нет. Спасибо. Спасибо, но нет. Спасибо, спасибо, не надо. Продвинутые компоненты. Продвинутые компоненты. Кто-нибудь хочет скрафтить некоторых продвинутых компонентов? Пельмень. Гоу. Лазули. Гоу. Нам нужно две штуки, чтобы сделать еще один столик. Оп. С ними уже не надо общаться. Уберем здесь лишнее. Лишние кроватки. Пусть будет 3. И это все равно прекрасная тюрьма. Удивительно, как легко работает лилейник. Я порой поражаюсь. Есть еще один продвинутый компонент. Все, достаточно. Они смогли построить еще один столик. Найс. Копировать. Установить. Энерговинтовки не надо, наверное. Шлема, броню может делать кто угодно. Окей, разберутся. Крейбор снова может ходить. Неплохо. Оп. А. Уверенность 12, Риш. Они уже начали по 1% им отнимать. Ты посмотри. Темп изменения из-за настроения. 1% в день, если меньше 20%. Охренеть. Мы можем попробовать провести мероприятие по этому. По обращению. Но у меня есть предчувствие, что это может не прокнуть. Но проверить можно. И может это даже один из оптимальных вариантов. Леди Кенни. Самая странная хрень, которую я видел. Нудисты. Это чудно. Новая пара. Семен и Нера. Серьезно? Семен и Нера.
Окей, вам нужно сделать двуспальную кровать в таком случае. Торсо. Сделаем отличную кровать. В прошлый раз ты сделал шедевральную для Димы. На этом произведении искусства мастер вырезал, как соратник, надев рубашку, калибрует плотность аннигиляции. Сторонник парит в левой части изображения. Примечательно, что изображение напрочь лишено тем разложения и испытаний. Очень-очень миленько. Так, это будет Семён и Неро. Торговое чутье. Семён и Неро, вы на одном временном графике находитесь? Семён... Да. Неро... Да, окей. Леди Кенни. Да, чтобы легче было их различать. Опять ярость, да что такое? Да что такое? О, его вырубили. Уже не надо. Пельмень. Захватить. И полечи. Какой вредный. Съел человечно. Точно, ну ты это... Так ты уже нашей идеологии. Как у него баф на... А, он исчезнет через 0,7 часов. И еще плюс ломка. Ломка, конечно, не помогает. Да, согласен, согласен. Ладно, сами разберутся там. Хм. Прикольно. Окей, окей. Они на одном графике. Я хотел проверить еще что-то, что-то мне... Мэн, ты что можешь делать? Ты природного... Тоже нудист, кстати. Нет, просто у нас нет одежды. Юный художник может в природу. Мэн, возьми вот это расписание тогда. Нам нужно крафтить одежду. Разрешить все. Пусть сделают из чего угодно. Евланитник — это круто. В перспективе, когда у нас будет его какое-то количество на складе, можно будет и поделать. Пока что без разницы. Девурс. Я хочу вас использовать для целей пошива одежды. А ты... Ты не можешь. Оптовые торговцы. Торсо, нам надо поторговать. У тебя торговое чутье. Плод человека. Кухарен 35. Это другой склад. Это другой склад. А, торсо. Работать над проектом. Быстро, 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 быстро. Плод человека, с удовольствием. Мы возьмем ваш картофель взамен. Забирайте кукурузку, рис оставим, ягоды забирайте. А, дьяволонитник у вас нет. Ситкани забирайте. Легкая кожа, это забирайте, у нас этого по чуть-чуть. Медикаменты нам надо. Бодрин, сталь. Пласталь. И мы столько не потянем. Плащ. Золото я продавать не хочу. Спальные мешки нам тоже пригодятся. Так, картофель. Тысячу. Как насчет тысячи? Это мы можем потянуть. Надо ли нам? 500. У нас просто еще 1000 риса есть на складе. Mm-hmm.
Кожа человека, точно. Мы же можем продать и купить все, что хотим теперь. Я забыл, у нас очень много кожи человека. Ткань простая, у нас 1500. Я бы явланитника у них купил. Прям бодрое количество, но, к сожалению. 292 пластали, приятно. Мех трумбы. Шмот точно нет. Золото. Можем купить весь пак золота. А, можем купить 100 штук золота. Можем купить даже 50. Нам так много не надо. А чуть-чуть серебра... Вот это даже дорогого стоит. Пласталь, картофель, золото, медикаменты. И немножко компонентов. Найс. Очень хорошо потрейдили. Очень хорошо. Торсо, спасибо за ваше торговое чутье. Было клево. Ты как, присоединяешься к нам уже? 0.7. В следующий раз присоединиться. Надо обращать. Уменьшает уверенность 7%. Этого мало. Ритуал обращения. Ожидания заоблачные. Охренеть. Возможные результаты... Убедительно, 53. Если мы проведем здесь... начать ритуал обращения... 60%. В смысле? Какого хрена у него заоблачное ожидание? Он пират. Замечательное место, спал на жаре. Вау, вообще у нас жарковато, да. Почему здесь 35? Какой-то кондей сюда, наверное, выдувает. От энергетических ячеек, наверное, выдает жар. Да? Давай построим сюда пару кондейчиков. 7,4. 0,35. Еще разок. 1% надо будет отнять. Это того стоит. Его надо поскорее начать применять. Поскорее применять в реальном бою. Поскорее. Так. Торсо. Постройте, пожалуйста, эти вещи. Я решил поднабавить чуть-чуть с химтопливом печек. Мне кажется, эта штука нам очень сильно поможет. Все есть. Торсо, надо просто строить. Торсо, надо просто строить вот эти две штуки. Кто-нибудь будет ходить заправлять? Сколько туда влазит? 30. Всего я поставил 4 штуки. И здесь у нас будет 160 топлива изготавливаться. Так что нормально. О, хорошо. Я жду, когда у него откатится еще раз обращение. Их можно обычно 2 раза в день обратить. А. Упс. Бзыт. Спасибо, ребятки. Стефания. Почини. Торсо. Сделаем кондеи.
О, поговори. Давай. Давай, разок осталось. Один раз. Один раз. Я надеюсь, он не откатил 1%, потому что они реально ему 1% могут отнимать. 0,93. Ладно, кто-нибудь с ним пообщается, в общем. Скорее бы. Упс, у нас опять не хватает электроэнергии. Заправить. Сколько они выдают? 1000 ватт. И раз в 7 дней надо заправлять. Ну это нормально. Это даже очень выгодно. Хм. Почему я раньше ими не пользовался? Это устроит хоп. Они спят. Пожалуйста. Пожалуйста, присоедините их уже. Пожалуйста. Мега хорош. Заправь сразу. Оп, доделай. Лады, этой энергии нам хватит. Я думаю, более чем. Плюс геотермальный генератор все-таки, я надеюсь, кто-нибудь построит, если я додумаюсь это в сейф-область включить, как это я обычно не делаю, конечно. Теперь кто-нибудь точно сходит. Не, уже испортились. О, знаешь, что мне надо? Леди Кенни? Новый поселенец Сельдь. Ты соединился. Окей. Томат. Взять. А, взять. Да ём. Как это сложно. Как с ними сложно. Все, спасибо. Можно было бы здесь поподжигать. Потому что там... Там больше незачем, там все трупы уже сгнили. Весна все-таки началась. Эти штуки уже сгнили все, да. Что ты там делаешь? Не надо тебе коктейль Молотова? Не надо. Так, Сельдь, ты чё там? Ты кто там? Где ты есть? Вот он. Легкая неврастения, психопатия, нудист. А, это наш растеневод. Это наш растеневод. Ты можешь... Природу, да. Окей. Назначение. Сельдь. Сейчас тебе какое-нибудь имя еще придумаем. Так, третий уровень. Четвертый. Тренировка по стрельбе. Даже пусть наоборот будет. Он не очень хорош в стрельбе. Повар, можешь заниматься поварством. Крутой медик. Леди Кенни, я тебе не распределил за все это время приоритеты. Какая досада. Повар.
А, нет, с четверочкой не стоит. Другое дело, 4 с огоньком. Строитель, да. Да. Фермер. Шахтер. Это тебе не надо делать. 4, 4, 5. Сойдет. А, и зона, зона. Конечно же... Конечно же, зону надо распределить. Сейф. Все. Есть, сельдь. Мне надо какой-то... Мой телефон. Сейчас найдем какой-нибудь никнейм. Перекрасить одежду. Так, 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 так. Мой канал. Сообщество. Так. Ваши ники из предложки и какие-нибудь недавние посмотрим. Тут большая подборка от Димы Кула. Клорум. Мне нравится Клорум. Клорум. Okay. Мэн. Сделайте себе тоже. Пожалуйста. У нас Абазия еще валяется. Уже 10 дней. Так, и ритуал связывания. Алиса. Ритуал связывания. Поехали. Риш, тебя кто-то уговорил в итоге? Я все еще 1%. Ты что, издеваешься? О, как же тяжело. Я думаю, что мы проведем просто обращение, и, скорее всего, там 1% даже при плохом исходе прокнет. Я надеюсь. Кто у нас следующий? Мэн. Давайте следующему мэну будем давать обилки. Нужно 20 единиц. Окей. Что получила? Слово воодушевление. Приятно, у нас такого еще не было пока. Окей, давай проведем обращение. Невозможно в процессе восстановления, и можно будет применить через 1,8 дня. Понял? А давайте речь лидера проведем. Может, это чуть-чуть поднимет настроение нашим людишкам? Нет, рубашки нормальные не надо, пожалуйста. Кто делает нормальные рубашки? Чат? Но тебе надо качать ремесло. Окей, окей, пусть мочит. Пусть мочит. Пусть это лучше будет делаться из человеческой кожи до тех пор, пока он не возвысится в своем скиле. А из дьявола ткани не начнет делать что-то хорошее. Евланитник погиб. Какого хрена? Рис погиб. Какого хрена? У нас не хватает электроэнергии. Сейчас вы пойдете строить мне все вообще. Обнадеживающе. Составило 92%. Посмотри, сколько бафов. Посмотри. Стефания, можешь отдыхать. Лернави, присоединись к ним. Мэн. Чат. Я разрешаю делать блоки мрамора. Чат. И мэн. Потесайте блоки мрамора чуть-чуть. Нам сюда понадобится некоторое количество. Обращение и реформация идеологии. Это мы обратили Риша наконец-то, да. Валера.
Бустанива. Окей, мы его присоединяем уже. Ох, супер, супер. Нужно ли нам реформировать нашу идеологию? Мне кажется, мы неплохо сидим. Если вдруг появятся какие-то идеи, мы можем заминмаксить, типа реликвии в легендарные сделать. Я не думаю, что нам это нужно. Мы и так четко проводим время. Сделайте им черепа сюда. Один раз с ним надо будет поговорить, он к нам присоединится. Подожди, может быть, здесь просто банально нет линии? Я не... Как так? Сделай этот кабель. Там тупо не было линии? Мы же не переставляли эту лампу. Я передвинул стену вниз, да. Да. Все. Теперь не будет здесь гибнуть рис. Это очень странно было. Это очень странное было тело. Воодушевление чада. Торсо. Отдыхайте. Лазули. Вы не самый лучший строитель. Леди Кенни. Леди Кенни. Вперед. Вы топ-строитель. Единственное, какого хрена она голая ходит? Почему они ходят голые? Здесь же есть нормальная одежда. Или я им ограничил, чтобы они не носили нормальную одежду? Нет, любое качество, кроме одежды с трупов, должны таскать что угодно. Леди Кенни. И Мэн. Какие-то хейтеры. Лазули сделал штанишки. Мэн, надень. Холодно спал на холоде? Да ладно. Окей, включим обратно. Я думал, что уже дело к лету. Все-таки конец мая. Конец марта. Сори. Похоже, что нет. Знаешь, что? Дверь лучше здесь сделать. Гивланитник погиб. Какого хрена? Ну, сюда, ладно. Не вопрос. Сюда не добивает. Сюда не добивает. Понято. Карли, бустаните нам почву. Давай, вот этот кусок. Спасибо. Леди Кенни. Я не люблю это прокликивание, но Ахтунг иногда работает немного не так. Иногда надо просто прокликать это разочек вручную. Нету блоков сланца? Мы сделаем из мрамора? Жара наступила. Вот это прекрасная новость. Вот это, конечно, ну такое себе. Дверь из мрамора. Торсо.
Делайте генератор. Блин, жара это, конечно, не круто, но у нас кондей практически везде. Здесь есть, здесь, здесь. В эту комнату я два воткнул. Нормально, нормально. На кондеях, в коридорах 33. Очень странно. А, ну потому что этот жар сюда выдувается, конечно, конечно. Мы можем здесь убрать крыши. В тех местах, где они не будут перестреливаться. Еще один геотермальный генератор прям пофиксит. Стефания. Дверь. И кабель. Новое поселение с Риш. Все, он присоединился. Риш, мои поздравления. Вам тоже надо какой-нибудь никнейм теперь. О, мин. У нас нет оружия для них. Вот что страшнее. Па-па-пам. Армстронг. Нравится. Армстронг. Стронг. Вроде все правильно. Или нет? Общение строитель. Мы тебя топ-строителем назначим. И ты очень быстро в этом деле вырастешь. Так, ты где есть? Отдых, носильщик, работа, добиватель, надзор, можешь, повар нет, охотник нет, строитель, импрув, тренинг 4, ремесло не твоя сильная сторона, 3. О, ладно, наоборот сделано так. Будет строить. Так, у нас есть какое-нибудь оружие им вообще выдать? Хоть что-нибудь? Нет? Какой бред. Придется им какой-то мусор с улицы давать, наверное. Армстронг, возьми. У этих ребят есть. У вас автоматы. Ох, жестко, жестко, жестко. Так, Армстронг, ты можешь в медитацию? Выживший? Не можешь. Перенимай этот распорядок дня. Переходи на сейф. Защищайся. Ты можешь взять себе оружие, пожалуйста? Спасибо. Лорум, тебе тоже надо какое-нибудь оружие найти здесь, да? Пистолет? Мне не очень нравится. Мне кажется, здесь ничего хорошего-то и нет. А, где еще у нас могли погибать противники? Я помню, когда они кучковались здесь, мы в них зарядили снарядом. И кто-то из них погиб, но я боюсь, что... Скорее всего, с тех времен за зиму там уже все их оружие сгнило и ничего не осталось. Мы здесь стреляли... Doomsday Rocket. Две штуки. Блять. Они здесь проходили. Здесь просто трупешник. Я не хочу трайбловское оружие заряжать. Слушай, ну, наверное, пистолет это пока хоть что-то. Если по-честному смотреть на ситуацию, это пока хоть что-то. Здесь энерговинтовку поднимем в потолок. Окей. Потихоньку всех зарядим. Армстронг, тебе надо шлем, да?
Окей, пусть один столик будет в первую очередь делать оружие, а другой делать шлема и броню. Что угодно. Что угодно, да. А этот в первую очередь броню, потом шлем. И все. И так мы распределимся. В зависимости от ресурсов и от работяги будут подскакивать те, кто рядом и у кого есть ресурсы. У нас остался последний, кстати, на присоединение. 1,9. И у него ломка почти закончилась. 3% осталось. Плавовый удар Армстронг. Надень армированную накидку и штаны. Шедевр. Минус 9. До 40 градусов теперь ты можешь выдерживать. Надень бронежилет. А оно все просто покоцанное было. Я вижу, вижу. Сейчас мы шедевральную винтовку заберем. Сними. Мы сейчас ее кому-нибудь зарядим. А мне только лишь надо Валера. Слишком низкое ремесло. Харли. Почини броники. Они, по идее, сами должны надеть хорошие броники. Так. У кого есть стрельба и у кого нет Леди Кенни. У Леди Кенни шедевральная энерговинтовка идет к вам. Спасибо. Неро, у вас автомат. Снайперская винтовка. Пусть будет. С единицей в стрельбе. Наверное, это не самое плохое. Лорум. Пистолет однозначно нет. Забери себе автомат хотя бы. Пистолет это не оружие. Пистолет это полный отстой. Ух. Знаешь что, я пока здесь гивлоткань отключу. Мне очень жаль, это слишком дорогостоящий ресурс. Слишком уж долго он добывается, чтобы какой-то лажовый крафтер брал и спускал его просто на ветер. Так, тут наконец-то все работает. Валера. Пока что землю не бафнуть там, ну и то хорошо. Наверное, стоит опять поделать бронештаны и бронежилеты. Я что-то подумал. Потому что очень медленно делается пехотная броня. Слишком много работы, слишком много ресурсов, слишком много времени. Пусть крафтит кто-нибудь, не знаю. Чат, иди крафти. Куда ты делся? Куда он пошел? Тебе реально именно этот компонент нужен? Дурак, что ли? Очень специфичный чел. У нас буквально 7 компонентов здесь лежит. Я порой даже не знаю. Ритуал связывания. Это был 5 уровень. Свяжем 6-й раз Алису, посмотрим, что получит. Нам бы какой-нибудь АОЕ волну агрессии опять. Штука реально рабочая оказалась. Даже клевая. Девурс. Иди доделай компонент.
чё там? Ну-ка. Оживление. Лазули. Нам нужен еще один пехотный шлем. В идеале нам нужно два. Один Армстронгу, один Абасиси. А что там опять связывание? Не, это обман. Солнечная вспышка. Просто супер. Просто супер. Обожаю. Рэнди, спасибо. Спасибо. С этим надо что-то сделать. Оп. Не трогать никому, пожалуйста. О, что это за шедевр? Шедевральные штаны из человеческой кожи. Страшно. Да? Просто молодец. Блин. Ты дурак? Что ты туда лезешь? Вы чё туда лезете, блин? Это не должно быть домашней зоной. Это не домашняя зона. Чё вы туда лезете? Блин, нахрен. Окей, это чуть разгрузит общую картину этого беспредела. Шедевральные штаны — это найс. Леди Кенни, нахрена вы сюда сгнившие трупы носите? Максимум можете поизвлекать из них черепа. Солнечная вспышка, до свидания, пожалуйста, скорее отключайте. Как можно, она уже годами крутится. Окей, большая часть сгорела. Вот это мне нравится. Самое приятное. Оп. Перезарядить. Пока вижу мини-турели. Какой мрак. Представляешь будущее, где... Какой-то пук на солнце может уничтожить нам нужные компоненты. Серьезно? Мы можем добыть здесь самый простой вариант. Плоть человека сгнила на складе. Неудивительно, у нас электроэнергии нет 10 лет уже. Абсолютно, абсолютно предсказуемо. Леди Кенни. Добудьте залежи деталей. Жара прошла. А была? 20 градусов было. Солнечная вспышка прошла. Замечательно. Спасибо. Спасибо. Корсо. Сука. Пожалуйста. Буквально вот лежат компоненты. Иди делай. Это важнее, чем поломанные какие-то хрени. В целом, да. Изготовить компонент, изготовить продвинутый компонент. У нас их 10 штук на складе. Сюда нужно 8. Принеси, пожалуйста. Просто принеси. Мало пищи. 88 единиц пищи. Вам в смысле мало? Алиса, готовьте. Нам бы лечебного корня, вот это да.
Нам бы лечебного корня. Ну, почти. Вот этот вырастет. Этот нормально себя чувствует. 21%. К зиме что-нибудь будет. Нам лечебный корень или лекарственные травы нужны только лишь для того, чтобы крафтить из него анимо-протезы. Из них там 10 штук нужно на каждый крафт. Слишком глубоко насекомые. Как насчет не ломать мои турели, например, вы козлы? Всем спасибо, расходимся. Козлы, блин, турели иду сразу ломать. Даже не хотят рамсить. Даже не хотят рамсить. Хотят сразу идти ломать турели. Спасибо. Спасибо. Сразу. Спасибо, Дима. Еще и линию здесь сломали. Ну вообще козлы. Я здесь сделаю запасную. На случай вот такой же канители. Однозначно они пойдут опять ломать турели. Пехотная броня. Леди Кенни. Мы слишком ради вас старались. Даже учитывая, что вы голенький пешка. Нудист. Спала на жаре. Какого хрена вы спите на жаре? У вас 20 градусов. Какая жара? Какая жара? Все под контролем. Здесь два кондея с каждой стороны. Кроме вот этого. Он был развернут на горячую. Окей, окей. Мой косяк, мой косяк. Признаю, признаю. А тут такая же ситуация, да? Стефания, мне тебя наколотить по башке? Я не понимаю. Что тебе надо? А, все, она успокоилась. Ужас, 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 ужас. Нахер сделаешь его или нет? Сколько можно-то? Гайс. Мне нужно, чтобы вы сделали компоненты. Это прекрасно. Это прекрасная последовательность действий, обожаю. Компонент, продвинутый компонент. Компонент, продвинутый компонент. Берет, делает энерговинтовку. Окей, окей. Окей, окей. Так, ты куда пошел? А ты уже здесь. Несет два компонента. Доделай, пожалуйста. Нам нужна энергия. Это супер вин. Знаешь, в чем проблема? Они здесь заделали крышу. Это ловушка. Торсо. Хотя бы пару мест надо убрать еще крышу. Там уже 180. Все. Наверное, хватит.
Переставить. Найдены залежи урана. Я надеюсь, что без трех кусков крыши будет достаточно. Сейчас посмотрим. Внутри. Нет, этого недостаточно. Окей. Я посекнул, да, согласен. Я забыл запретить им там делать крыши. Только не говори, что рейд в тот момент, когда Торса там копается. Надеюсь, этого-то хватит. Давай. Ну? Нет, этого все еще недостаточно. Охренеть. Окей. Я надеюсь, что он продолжит работать после того, как я его демонтирую. Даже ветряки у меня работать перестают после этого, это факт. Энергию вроде выделяет. Посмотрим, надолго ли. Дополнительные рабочие. А, она просит вас выделить для нее одного поселенца на 9 дней. И все? Одного поселенца на 9 дней всего-то? За продвинутый компонент? Да, окей. Без проблем. В смысле? Через сколько? Членок через 1 час прибудет. Окей. Окей. Ты к нам уже присоединиться-то хочешь? Сколько там осталось? 0,3. 0,3. Так, а к Лорум ты отправишься в путешествие, я думаю. Ты самый новенький. Да. Удачи. О, сразу награды. Я думал, что постфактум. Спасибо. Награды, конечно, просто куром наспех, но все равно. Все равно благодарочка. Так, нам нужны шлема. Вязаные шапки, маски. Не. Это не пираты. Это трайблы, да. У них ничего хорошего. Вот эти пираты. У них остались какие-нибудь закаленная броня? Нет, у них тоже ничего хорошего нет. Я шапку хочу. Армстронгу надо зарядить шапку. Он единственный без шлема. Окей, отравление. Погнали. Давненько не было. Действительно давненько не было. Пельмень. Я не знаю. Кого-нибудь хочу назначить, типа... ресайкл всего мусора? Слишком много накопилось. Тысяча 200 риса. У нас здесь крыши нет. Дурурурум.
Так, пельмень. Финальное, что хочу сделать. А, у нас нет блоков сланца. Сделай вот этот кусок, чтобы там сделать крышу. И хорош. Все, спасибо. Без крыши одна ячейка, я даже не представляю, где она находится. Вот она. Спасибо. Поселенцу нужна помощь. Валера, отравление. Окей, окей. Неплохая человая серия. Спасибо, что ворвались. Абазия, как у тебя? Еще 17 дней. А, 17 дней. Ладно, отдыхай, отдыхай. Тоже надо. Тоже нужно. И, кстати, да. Домашняя область. Домашка. Домашка. Все. Ребятки, большое спасибо за то, что ворвались. С вами был Джо, специальный канал Джо Вайер. Желаю всего хорошего, ребятки, и пока. Пока.